Дальше болгарка будет. Сначала грубая, а потом грубочка. Thank you.
это самая опасная работа. Лучше болгаркой не делать, конечно. Но рука же не была крепкая. Или лучше всего стамесочкой забасать. Надо выковырять это все. Или кругом. Ну, кругом долго, но стамесочкой нормально. Так что вот, следующая реальность — это кружок.